буквально кратенькое включение до того, как я покажу уже готовый результат. Убежал на тренировку, пришло мне уведомление о том, что пришла посылочка, и я на обратном пути забежал, посылочку эту забрал. Бритвы от Сергея встретил, бритвы осмотрел, и вот прекрасным, крайне ярко показывающим нам возможности оптического, предварительного, точнее, оптического контроля за состоянием режущей кромки и, собственно говоря, фасок, обеих фасок, можно, скажем так, провести вот этот оптический контроль, осмотр, будем так называть, даже без участия увеличительных приборов. Вот одна из двух бритв. Это у нас, кто это у нас? Это у нас Джозеф Аллен и сыновья. Так вот, дорогие друзья, вот о чем я говорил. Вот вы видите на пятке? Вот эти отсветы. Вот они говорят о том, что там точно не все в порядке. Во-первых, мы смотрим. Ширина фасочки разная. Тому может быть, скажем так, несколько причин. Либо неправильное распределение давления при заточке, либо клинок может быть кривой. На самом деле очень много факторов. Камень кривой. Для тех, кто точит, в обязательном порядке необходимо постоянно эти камни проверять и, соответственно, равнять. Вот очень хорошо видно. С этой стороны мы наблюдаем вот такую ситуацию. То есть здесь наоборот, на пятку давили, что называется, от души. Потом, конечно, я посмотрел в микроскоп, ну, точнее сказать, не в микроскоп, а просто в увеличение. Вот здесь фаска вообще не сведена. Там творится страшные вещи. Они, в принципе, они, естественно, абсолютно убираемые. И вот смотрите, вот с этой же стороны, вот просто мы наблюдаем невооруженным глазом. Вот смотрите, вот эта пятка. Вот если я даже вот так ближе буду подносить, устройство позволяет. Вот смотрите, что там творится. Так это опять же таки, это мы просто смотрим, грубо говоря, голым глазом. Без ничего. Видите? Вот то же самое. Допустим, вы сделали технологический барьер, да? И вот таким вот образом, либо вот так в отсвет. Вот отлично видно, опять же таки. Вот этот отсвет. И вот так смотрите, чем разнообразнее будут ваши способы осмотра, способы контроля, ногтевые тесты, увеличительные стекла. Отсвет это самое простое. Вот в отсветик посмотрели и уже все видно. Вот такая ситуация. Все, всем пламенный салют, бритвы точу, надолго не прощаемся, скоро включаемся. Пока.